Братья, обращаю ваше внимание на вопрос убеждения. Вопрос убеждения, братья, один из самых основных вопросов. Много поминает Всевышний Аллах, много дел делает, но сердце у него неправильное убеждение. Он является псом ада. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم продолжаем разбор тафсира имама аль-Багави рахматуллахи алейхи. Мы дошли до 162 аята суры Али Имран. Слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля: афамани таба ридван Аллах, разве тот, кто последовал за довольством Аллаха, имам Багави говорит, фатарак аль-гулюля, и оставил воровство трофеев, каманба абисахати миналла, подобен тому, кто разгневил Всевышнего Аллаха, фагалля, у вас там, по-моему, вместо га, айн, надо фагалля будет, фагалля, и своровал трофеи, ва-ма-ва-ху джаханнам, и чьим пристанищем будет ад, ва-би сальмасыр, и как скверно это место прибытия. Афаман иттаба ридван Аллах, ученые говорят, разве тот, кто последовал за довольством Аллаха, как понять слово «последовал за довольством Аллаха»? То есть сделал все то, что приводит к довольству Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. А это дела имана. Мы знаем, что иман у Ахли Сунна – это слова, дела, убеждения. И иман увеличивается, и иман уменьшается. Тот, кто имеет эти убеждения, тот из Ахли Сунна. Тот, кто баракаллаху фикум, не подтверждает один из этих пяти пунктов, а это то, что иман – это слова, дела и убеждения, увеличивается и уменьшается. Если хоть один из этих пяти пунктов отрицает, этот человек не из Ахли Сунна, насаллаху аляфа валяфи. Каманба бисахатин миналлахи, подобен тому, кто разгневил Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, ва-ху джаханнам, пристанищем будет ад. И в этом указании, как говорят ученые, в словах ма-ва-ху, почему Всевышний Аллах упомянул про джаханнам, говорят, что ма-ва пристанище, потому что барак-луфику это конечная остановка. Аллах субхана ва тааля сказал, допустим, про могилу, аль-хакуму такасур, хатта зуртумуль макабе, вас отвлекло влечение к преувеличению чего-то, пока вы не посетили могилы, потому что могилу человек посещает, побудет там и выйдет из нее. Что же касается ада, насаллаху алейхи, для тех людей неверующих, которые туда зайдут, то это будет конечной остановкой, Аллаху мустаан, ваби сальмасыри, как скверно это место прибытия. Гум дараджатун индаллах, Всевышний говорит, они, то есть вышеупомянутые, то есть те, кто следует за довольством Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, и те, кто гневит Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, они займут разные степени перед Всевышним Аллаха субхана ва тааля. То есть, если он в имане, то эта степень называется как дараджа. Если он в куфре, то это называется как дарака, насаллаху аляфу валяфи. Я не даду дараджатина индалла, то есть они занимают разные степени перед Всевышним Аллахом субхана ва тааля. Абдулла ибн Аббас ради Аллаху анхума говорил: «Я не ман иттаба ридван Аллахи, ва ман баа бисахатин мин Аллахи, мухталифу маназиль индалла». То есть те, кто следует за довольством Всевышнего Аллаха, и те, кто разгневил Всевышнего Аллаха, они имеют разные степени у Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И поэтому, братья, точно так же, как в раю степени, в аду тоже степени. То есть люди не так, не все, не на одной степени будут в аду. Кто-то будет в Алиязбля, как сказал Всевышний Аллах, «Инналь мунафикина фидар киляс фальминар», поистине мунафики на самом дне будут ада. А про Абу Талиба сказал, что у него будет обувь из огня, от которого будут кипеть мозги, на слаля фафи. «Афаман иттаба ридван Аллахи айсаваб аль-азим», то есть Всевышний Фалиман, то есть Фалиман иттаба ридван Аллах, говорит имам Багави, тот, кто последовал за довольством Всевышнего Аллаха, то есть сделал все то, что делает довольным Всевышний Аллах, говорил все то, что делает довольным Всевышний Аллах, имел такие убеждения, которыми доволен Всевышний Аллах. Братья, обращаю ваше внимание на вопрос убеждения. Вопрос убеждения, братья, один из самых основных вопросов. То есть в трех заставных, слова, дела, убеждения, самое важное это что? Убеждение. Самое важное это убеждение. Потому что если посмотреть на мунафиков, баракаллаху фикум, Всевышний Аллах субхана ва тааля про мунафиков что сказал? Не про Машариф, Машуф. Не про мунафиков, извиняюсь, про хавариджи. Пророк Саласам сказал про хавариджи, что если вы, говорит, сравните свою молитву с их молитвой, то вы посчитаете свою молитву вообще тщетной, никчемной. То есть представьте, как много они поминают Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Когда пришли баракалуфикум к Али ибн Аби Талибу и сказали, а мунафики хавариджи или нет, сказал, Аллах сказал про мунафиков, ля яскуруна Аллаха илля калиля, они мало Аллах поминают, а эти много поминают Аллах.
много поминает Всевышнего Аллаха, много дел делает, но сердце у него неправильные убеждения. И поэтому, алейхиззубилля, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и при большом количестве слов, при большом количестве дел, несмотря на все это, баракаллаху фикум, за него не ходатайствует, он является псом ада у Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, насаллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому самое важное, это что? Вопрос убеждений. Вопрос убеждений. Как говорили праведные предшественники, если какой-то человек, Всевышний Аллах, испытает его всеми большими грехами, кроме куфра и ширка, и при этом у него будет убеждение, убеждение Ахли Сунна, Всевышний Аллах субхана ва тааля ему все это простит. Фалиман таба ридван Аллахи саваб назим. Тот, кто следует за довольством Всевышнего Аллаха, тому будет великая награда. Валиман ба бисахати мин Аллахи азабуль алим. А тот же, кто гневит Всевышнего Аллаха, тому будет мучительное наказание. Валлаху басирум бима ямалюн. Ведь Аллах видит то, что они совершают. Ваяти, братья, указания на то, что иман увеличивается и уменьшается. Потому что гум дараджатун айндаллах. И слово гум возвращается как к тем, кто последовал за довольством Аллаха, так и те, кто гневит Всевышнего Аллаха. И, соответственно, вывод то, что иман увеличивается и уменьшается, куфр точно так же увеличивается и уменьшается. И, как мы сказали, баракаллаху фикум, что иман – это слова, дела и убеждения. И куфр – это тоже слова, дела и убеждения. У Ахли Сунна, в отличие от хавариджи, в отличие от мурджиитов, куфр – это тоже слова, дела и убеждения. Вот человек, баракаллаху фикум, для того, чтобы стал верующим, у него должно быть слова, дела и убеждения, они увеличиваются и уменьшаются. И вот точно так же куфр может быть только одним словом. Куфр может быть только одним делом. Куфр может быть только одним убеждением. И куфр тоже уменьшается и увеличивается. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا